за чергою. От, тоді ми точно, вона ж передавна. Пацієнт готові, да? Пізня стояча пара читає, пізня сижу. В общем, у нас носимый гаджет, девайс, который разработан для профилактики искривления позвоночника. Он синхронизируется с мобильным приложением, которое, в принципе, разработано под него. Девайс запоминает, как вы вообще ровно сидите, ваше ровное положение позвоночника. Как только вы начинаете сутулиться, он подает вибросигнал. Вот. Девайс располагается на, в принципе, на грудную зону под позвоночника. Ну, то было первое, второе поколение, но сейчас третье, он еще меньше, еще удобнее, как бы. Но он просто, ребята, его сейчас куда-то отнесли, я не могу найти, чтобы вам показать. Вот. В принципе, очень полезная штука. Мама для того велосипеда. Что-что? Даже велосипед, я на работу заработаю на велосипеде. Ну, да, но есть как бы еще... А только ведруешь, и можно его еще чем-то так...